Ну, в общем, упаковываю я все обратно. Вот он монитор, там лежит. Здесь везде все провода. Все обратно завезу. Пускай там они проверят углы эти обзора. И мне кажется, я не знаю, что, может быть, оно не должно быть так. Ну, типа, что именно я заметил. Вот эта штука, я ее не распаковывал, это аудиокабель. Я его даже не открывал, типа, мне он не нужен. А здесь как бы видно, что там у него распаковано. Ну, то есть, все кабели, которые я брал, вот этот, у него проволочка, вон она была закручена. У этого проволочка закручена, вон она посередине. Ну, это я закрутил обратно, потому что оно так и было, и там, и там. А именно у этого проволочка раскручена. Почему? Они же должны быть закручены. Типа. Она сама раскрутилась. Хотя, да, не видно, чтобы на ней было эти штуки, перекрутки. Наверное, просто по заводу не закрутили. По идее, она должна быть скручена. И что это насторожило? И, типа, может быть, ну, типа, я подумал, вдруг он бушный уже, типа, раскрутили, здесь обрезали, скотчем заклеили. Типа, ну, так ли это по заводу должно быть, что, типа, скотчем просто? Почему именно вот этот пакетик с инструкцией был прямо запечатан? Мне пришлось его рвать. А все остальные распечатанные, вот этот вот просто, без ничего, вот он пакетик такой. Ну, этот, понятно, на zip-пакет. Этот просто такой вот, просто вот, типа, открытый. Почему с одной стороны он вот запечатан, а со второй просто открыт, как будто его уже открывали, обрезали, типа. Этот почему раскрученный, просто на скотче. Почему этот просто, просто ничем не закрыт. Как будто он уже бушный какой-то, типа кто-то взял, инструкцию не открывал, зато все остальное поюзал, типа. То без чего нельзя, типа без подставки нельзя, вот оно обрезано, без этого нельзя. Хотя не знаю, может быть я, ну типа, придираюсь, может, типа, ну как по логике, почему один запечатан, остальные нет, типа, ну как-то странно. Ну в общем, сейчас собираю все обратно и попробую завести, чтобы они, типа, проверили, типа, что там у него с углами. Если, ну, подтвердится, что такого не должно быть, то, типа, заменят, по идее, наверное, вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.